Приветствую вас, коллеги. Разговаривал недавно на Залурации с коллегами, и там люди говорили, обговаривали о монтажных пистолетах, различные модификации, какие бывают газовые, бывают воздушные. Здесь такой интересный пистолет коллега купил. Ну, кстати, по цене недорогой, цена его, сразу скажу, $380. Вот. Он газовый совместно с аккумуляторами. Модель называется RAVO SC40. То есть вот это SC40 обозначает, что максимальная длина дюбеля может быть 40 мм. Есть еще SC60. Значит, посмотрим, что у нее есть в комплектации. Во-первых, идут гвозди. Гвозди могут быть разные. Вот это, кстати, 40-ка SC40. Самая максимальная, я так понимаю, она больше для дерева, наверное, идет. Нет? Для штукатурки. Для штукатурки, да. Но вот это уже больше по металлу. Это по металлу. Металл и высокопрочный бетон. Высокопрочный бетон. Монтаж к стенам. И к потолку тоже. К потолку. Значит, его предназначение, вот так он выглядит. Очень сразу хочу сказать, что очень хорошая, качественная и добротная сборка. Почему это можно посмотреть? То есть все элементы, нету нигде никаких сколов, все очень-очень аккуратно собрано. Вот. Значит, его прямое предназначение — это закрепление профилей к стенам, подвесов к потолку бетонному, деревянной, металлической поверхности. Кстати, мы сейчас и посмотрим, я сейчас в прямом эфире это все включу. Он идет в комплекте с аккумулятором. Два аккумулятора идут. Предназначение аккумулятора — идут беруши, потому что очень громко работает при выстреле. Значит, как мне объяснил коллега, когда нажимается выстрел, благодаря аккумулятору срабатывает завихрение воздуха в газовой камере, и воздухом немножечко выдувает все это. Как бы так, может, немножечко неправильно буду говорить, поэтому сразу извиняйте. Здесь такая вот регулировка. Это регулировка мощности, то есть глубины. На какую мощность будет биться, вбиваться патрон. Такой резиновый кожух, чтобы не где-то в глаза не летело, не летело в стороны. Это пыль. Дальше идет вот такой газовый баллон. Вот такой баллон. Кстати, ребята, по поводу выстрела, если кто будет задавать вопросы, баллон на 1000 выстрелов. 1000 выстрелов будет стоить, вместе с баллоном будет стоить $50. Для сравнения, кому интересно, в каждом городе это по-разному. На Хилте это 700 выстрелов, баллон около $70. Ну, около 100. Около 100 долларов, даже мне подсказывают. Так что думайте сами, $50. Идут отдельно вот такой коробочки уже, вот выстрелы. И отдельно стоит, отдельно баллон, отдельно патроны. То, как оно экономит время, ну, вы сами, понятно, знаете. Я сейчас вам покажу примерно. Значит, вот видите, очень легко снимается. Попробуем поставить самые маленькие. Не, если будешь бить, сами держите. Вот. Просто загнали. Все. Стоит вот этот, он защищен автоматически. Вот это, кстати, подвешивается. А, стоп, забыл баллон поставить. Поставим баллон. Баллон тоже очень легко ставится. Вот заглушечка. Все. Все, он закрыт. Он защищен от автоматического выстрела. То есть просто так не нажмете. Пока вот эта вот штука на этот носик не нажмется, ничего не сработает. При нажатии, вот послушайте, срабатывает автоматически камера, то есть уже поток воздуха пошел.
Вот, пошел поток воздуха. Сейчас я вам продемонстрирую. Здесь у нас металл. Ну давай вот сюда. Ну так там глубина слабая, и гвоздь не по металлу стоит. Лучше в дерево. Ну, гвоздь не по металлу. Ну давай попробуем. Ну давай попробуем. Какая разница? Нажимаем. Ну, пробивает, здорово вообще держит. Ну, как сами можете видеть, то есть... Сейчас в этот момент как раз происходило, вот запах в комнате стоит, запах пороха. Сейчас попробуем вбить дерево. Будем менять, не будем? Ну, давайте так. Возьмем. Все. Может, все жестко. Еще один. Значит, еще один. Попробую вырвать. А, вырвать? Ну, как интересно. Ну, это дерево. Нет, здесь дерево, оно... Да. Я думаю, данный ролик будет полезен и интересен для тех людей. Будет полезен для тех, у кого с бюджетом как бы не очень сильно. А монтировать надо очень высокая скорость, надо очень быстро какой-то объект сделать. И за $380 его цена, плюс еще гарантия дается. Ну, это польская цена. С ватами, кстати, в Брикомане есть. Вот. Производитель, я не знаю чей, может быть польский, может китайский, но собрано очень добротно. Коллега утверждает, что как бы работает, все нормально, все четко и по цене гораздо дешевле. Вот. Да, говори. Единственный косяк в этом пистолете, как и в Hilti, так и во всех остальных газовых монтажных, он не берет плиту перекрытия. То есть в плите перекрытия очень зерно, вот камень большой, и он колет ее. Ты имеешь в виду, когда слабая? Нет, вообще плита перекрытия, она сама по себе такая. И вот у нас много, вот здесь тоже плита перекрытия, вот здесь как бы. И она колет, ну...